понимаешь, дружба сейчас – это главным образом совпадение графиков. Ну и, пожалуй, и статусов. Понимаю. Но не хочу. А когда мы последний раз вот так куда-то вместе, ну, в Одессу, 8 лет назад, 8! Ребят, мне очень нужно, чтобы сегодня вечером мы все поехали в Питер. Россия хорошо, на здоровье, плоскогубцы. Почему плоскогубцы? Женщина, которая не смеется твоим шуткам, это все равно, что женщина, которую ты не можешь довести до оргазма. Ты понимаешь, что рано или поздно найдется мужик, который так пошутит, что она кончит. Ну, так ее трахнет, что она ухохочется. Существует же, наверное, какая-то денежная верность. Верен ты своим деньгам, распоряжаешься неэффективно, тогда и они тебе верны. А повел ты себя ветрено, ушли от тебя к Прохорову. Деньги, они же цветы жизни. Стыдно быть несчастливым. Надо дать счастью шанс. Тогда оно, возможно, случится. Ну что, мальчики, стоять будем или в вагон зайдем? А? Пускай круто меня заносит, душа чудо сейчас просит. Тихо. Чувствуете? Чувствуем. Так что именно? Счастье. 50 рублей, не будет там у меня. Что? Тут у нас счастье. Вот кто бы мог такую красоту описать? Мне кажется, только Пушкин. Ох, ты ж ни хера ж себе. Мандула раздвижная. Мандула. В клуб с ней, конечно, зайти очень приятно. Ну, молодая, красивая девушка обнимает тебя. Ну, как-то все мужики с ней знакомы. Неприятно. Неприятно. Но я такой, как дурак. А это кто? А это кто? А у тебя что, с этим что-то было? Она говорит, да не переживай, они все геи. Не, ну так же не бывает. Ну, бывает, бывает. Как? Ты знаешь, сколько? Ну, чтобы все. Простите, пожалуйста. А вы гей? Ну, а что, не видно, что ли? А вы? Да не ссы, мы тут все геи. Правда? Еще с одним мужиком полвечера разговаривала. Я отвел ее в сторону, говорю, что происходит? Тоже гей? Она говорит, нет, он как раз не гей. Ну просто посмотри на него, как у меня с ним может что-то быть. Ну ты посмотри на меня, как у нее со мной может что-то быть, а? А почему нет? Почему вот со мной да, а с ним нет? Решил в клуб больше не ходить. Звоню ей после работы. Она, естественно, в клубе. Девчонки вытащили. Что карать-то? Они же рядом. Теперь понятно, от чего оглох Бетховен. Мне еще она же рассказывает, что к Ленке весь вечер какой-то итальянец клеился. А к ней якобы никто не подходит. Ну, кроме геев, конечно. Я с такой мордой сижу, что все все сразу понимают. А вы не хотите выпить мохито? Я же когда-то подошел и познакомился, и с нормальной на мордой сидел. Задолбали эти немцы. Это их еще четверо. Представляете, как в Берлине громко. Сейчас, подожди. Леша, как у тебя дела? Хорошо? У меня хорошо! Я вот слышу, у вас интересный разговор да. про то, как у кого дела. Да. Так вот у меня дела хорошо! Вы не хотите узнать, как у меня дела? А как у тебя дела? У меня дела. Хорошо! Ребят, мне кажется, их победили. Гитлер капут. Оле, 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 Россия чемпион.